Здравствуйте! Вы смотрите познавательную программу для детей и родителей «Окружающий мир». Мы продолжаем серию программ о танцах. Напомню, что в прошлом выпуске мы были в гостях шоу-балета «Маринка». Давайте вспомним, как это было. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. Lampe de bois, regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas, je suis comme ça. Вы смотрите познавательную программу для детей и родителей «Окружающий мир». Продолжаем серию «Танцы, танцы, танцы». И сегодня нас пригласили к себе в гости ученики танцевальной студии 4-й гимназии. Здравствуйте, меня зовут Ярослав Онищенко Васильевич. Я учусь во втором Б-классе. Мы очень много ездим на конкурсы. Ну, нам, конечно, не важно, займем мы какое-либо место или нет. Нам просто надо потанцевать. Мы очень любим. Здравствуйте, меня зовут Андрей Прохода, мне 9 лет. Мы учимся во втором Б-классе. Мы с нашим коллективом «Пчелки» любим очень танцевать. И мы ездили на разные конкурсы, на «Московское время», на «Улыбку мира». Танцы для нас – это счастье и радость. Наш класс очень-очень трудолюбивый, и мы любим дружить. Мы дружные, трудолюбивые и еще любим помогать друг другу. Когда танцуешь, начинаешь дружить. Меня зовут Александр Гапархоев, я учусь в 6-м Э-классе и участвую в коллективе «Сударушка» уже 6 лет. Мне нравится танцевать из-за того, что у меня есть какое-то желание, удовольствие, и мне нравится проводить время с друзьями, и нам очень всегда весело. Я с детства все время хотел танцевать, и у меня было очень сильное желание к этому.
очень пожалела, что пошла в этот класс. Наш класс отличается от других тем, что он считается хореографическим. И у нас есть урок ритмики. Ездили на конкурсы в Захарово. Там назывался конкурс «Бал терпсихора». Еще мы были на «Улыбке мира». Это было в волейбольном центре. Там было очень здорово. Мы были лауреатами третьей степени. Еще мы ездили в Великий Устюг. Там мне тоже понравилось. Здрасте! Здрасте! Дверь покрасьте. Ну, давай сказывайте. Садитесь мне на ножках, чем будете, откуда вы? Одинцово. Московская область, что ли? Да. Ага, замечательно. А стесняюсь спросить, кому приехали? Что зима с неба падает? Снег. Какого же он цвета? Белого. А что же пьет корова? Молоко. Вот чего? Чего пьет корова? Воду. Я смотрю, у кого-то светлое будущее. Коллективом ездим, занимаемся, танцуем, занимаем места. Мне очень нравится танцевать. Алла Анатольевна ставит очень хорошие танцы. И вообще, она самый лучший учитель в мире. Мы ее любим. Я выступаю с коллективом «Сударушка» уже с первого класса. Мы всегда дружим, всегда вот вместе выезжаем на какие-то конкурсы. Этой зимой мы выезжали в Великий Устюг на конкурс «Кружева». Мы выступали с двумя танцами. Когда я и команда выходим на сцену, то чувствуешь какое-то такое ощущение, вот на тебя смотрят очень много людей, тебе и страшно, и ты этим наслаждаешься. Мы приехали на фестиваль, руками чем-то освещенный зал, мы рады.
На канале ОТВ познавательная программа для детей и родителей «Окружающий мир». И так продолжается наша серия программ «Танцы, танцы, танцы». И сейчас мы отправляемся в гости в студию Доминика Джокера. Привет всем, кто смотрит программу «Окружающий мир». Сегодня вы в гостях в арт-студии «Джокер Скул» под руководством Доминика Джокера. Если ты со мной, я могу дышать. Если ты со мной, жива моя душа. Каждый новый вдох для тебя одной. Сердце бьется вновь, если ты со мной. Дорогие друзья, мы хотим рассказать вам немножечко про нашу замечательную студию. У нас вы можете научиться таким дисциплинам, как актерское мастерство, хореография, вокал. Самое главное, что мы хотим сделать, это научить вас творчеству, научить вас чему-то хорошему, мыслить позитивно. Ваш путь был намечен судьбой. В мир несет и любовь. Вас много не будет. Реальные люди. Реальные люди. Вас мало для целой земли. Но эти, которых спасли, уже не забудут о виденном чуде. Здравствуйте, зрители программы «Окружающий мир». Меня зовут Настя. Мне 8 лет. Я учусь в школе Джокера, и она мне очень нравится, потому что преподаватели очень хорошие, и мне нравится, когда меня растягивают. Растягивают – это значит, занимаются со мной танцами. А еще я учусь в 14-й гимназии. И еще я там очень хорошие отметки получаю. Пятерки и четверки. И так же исчезают, а мы по ним скучаем. Ваш путь был намечен судьбой. Вы миру несете любовь. Вас много не будет. Реальные люди, реальные люди. Я приветствую всех зрителей программы «Окружающий мир». Меня зовут Полина, и я занимаюсь в школе Доминика Джокера. Благодаря этой студии я нашла себе очень много новых хороших друзей. Помимо этой студии, я также учусь в 6-м лицее. Передаю всем привет. Раз, два, три. Привет всем в программу «Окружающий мир». Меня зовут Александра. Я учусь в школе Доминик Джокера. Мне очень нравится. Нам нравятся преподаватели. И главное то, что мы начинаем уже с детства работать со звездой. Прощай, моя любовь. Нам вряд ли станет легче. Прощай, и пусть тебя небо хранит. Прощай, моя любовь. Раз время нас не лечит. Привет, меня зовут Диана, и я учусь в школе Joker School. Мне здесь очень нравится, здесь добрые, хорошие ребята, мы все дружим, здесь прикольно. Хорошие учителя, очень хорошие учителя. Я люблю танцевать и петь. Мне очень нравится в этой студии. Музыка, взял со мной руки, мы все шли. Анфиса,
Вы смотрели познавательную программу «Окружающий мир». Танцуйте, ребята, и с удовольствием изучайте окружающий вас мир. До новых встреч! Нам хочется дела, мы б тоже хотели танцевать до рассвета.